Добрый день, меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек. И сегодня мы поговорим о сухой и обезвоженной коже. В чем же разница? Сухая кожа страдает от недостатка липидов, связанного с недостаточной работой сальных желез. Обезвоженная кожа – это прежде всего временное состояние, с которым может столкнуться обладатель любого типа кожи. Внешне эти проблемы могут проявляться одинаково. Сухость, стянутость кожи, шелушение, раздражение и тусклый цвет лица. Но сухая кожа склонна к шелушениям на всем теле и кардинально не меняется в течение всего года. А на обезвоженной коже сухость и шелушение могут появляться на отдельных участках и зависит, как правило, от сезона. Сухость на обезвоженной коже может сочетаться с повышенным выделением кожного сала или расширенными порами. Причиной обезвоженности могут быть внешние и внутренние факторы, например, общая обезвоженность организма. Также очень горячая или жесткая вода во время умывания, период солнечной активности или сухой кондиционированный воздух, а также неправильно подобранный домашний уход, например, увлечение пересушиванием у жирной кожи. Главное отличие в том, что для ухода за обезвоженной кожей нам понадобятся средства, которые способны долго удерживать влагу в коже, не перегружая ее. А в случае с сухой кожей мы в первую очередь будем восстанавливать липидный слой. А чтобы точно узнать о состоянии вашей кожи и подобрать подходящий уход, записывайтесь на бесплатную консультацию к нашему косметологу по ссылке под этим видео.